А что если все с армлетами? Хорошо. 200 маны еще. Хорошо. Вот оно, то, что я хотел. Хорошо. Погнали. Вот туда. Хорошо, армлет мастер. О, стой. Дай тебя заберу. Хорош. Но на вставочку, между прочим. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенанс, и сегодня у нас снова видео рубрики «А что если?». А что если все с армлетами? И плюс дополнительный бонус у нас будет, это будет армлет, будет у нас армлет с первой минуты. Как вы думаете, получится эта катка интересная или нет? Сейчас немножко поднастроим свет и уже, в принципе, немножко покрасивее все дело стало. В общем, у нас очень интересная, по идее, должна быть здесь игра, и я очень попрошу, конечно же, лайк за вот это старание. Интересно, получится, я думаю, вообще в целом получится у нас тут что-нибудь или нет. Ребята рандомят, хорошо, и лего рандом, окей. Окей, у нас получается тут хускаридника мы берем. В общем, у нас будет фастовый армлет на хускаре. Фастовый, это смешно звучит, конечно, фастовый армлет. Но посмотрим, посмотрим. Ребята, в общем, мне запуливают. Чуть-чуть, по идее, не будет хватать на армлет. И, оп, хорошо. Норм. Вот так вот сделаем. И, в принципе, у нас... да пофиг. Да пофиг. Руны хватит. У нас получается такая тема, что ребята все полностью все сейчас мне золото отдали. Полностью до копеечки. Вон, осталось у них по 25. А какой антиника там хватило такой тут четенько? А, он просто рандом написал. Вот. И, короче, в чем смысл? Первая минута армлет, и вся команда будет с армлетами. Мы попробуем вообще что-то сделать. У нас получится здесь или нет. Строго армлеты. У нас тут, в принципе, два армлетера крепеньких. И у меня, получается, третий армлетер. Ну, а забираем руну и идем на лайн. Интересно, что у нас вообще в целом получится в этой катке, ребятки. Поэтому я, честно, не знаю. Но попрошу вас, конечно же, поставить лайк, подписаться на YouTube канал и, в принципе, написать какой-нибудь приятный, добренький комментарий. Не забывайте залетать на стриме 19 по МСК. Ну, не 19, сейчас где-то примерно 19:30. Время немного съехало, так как я немножко не укладываюсь по времени. Но в целом ничего. Спасибо всем, кто поддерживает, ребята. Рад для вас стараться. Надеюсь, куча позитива в этой катке будет. Рофла, даже если проиграем, эта катка будет очень интересная. И в целом, ну, не знаю. Не знаю, посмотрим. Я реально такой в предвкушении этой катки. Не знаю, что тут у нас будет. И посмотрим, посмотрим. Сейчас бы Аегис забрать у Рошана. Было бы круто. Что-то там Слардар наяривает. Так, ну руну забираем. Хорошо, руна наша 100%, хотя, да, руна наша. Рикимару нету. Почему у меня 0? Вот, кстати, мне тоже интересно, почему у Антиника 0. Вот этого можно принять. ФБшку даю. Ош. Ух ты, фиссурой по голове. Фиссурой по голове. Так, ну у меня 50 золота и есть армлет. Будем заходить под тэшки. Предупредительный. Чисто предупредительный. Какого будет сейчас инвокер увидеть Хускара с такими слотами? Не знаю. Попытается он, наверное, драться со мной. Первого крипа, естественно, я не добью, потому что тут занят немного инвокером. Буду его подбивать так чуть-чуть. Нужно еще проласхичивать здесь, желательно. Хорошо. Старается тоже огрызаться инвокер. Хорошо. Вот этого добиваем. И, в принципе, на курьера тут остается. Армлет донесу, есть, дядь. Хорошо. Армлет у нас, в принципе, есть. Сейчас мне мой саппорт принесет. Это будет очень круто. Сейчас инвокер, наверное, офигеет. Оп, давай. Хорошо, спасибо. Погнали под тэшку, наверное. Сейчас пойдем под тэшку. Смело. Берем и погнали. Погнали. Можно под Т2 даже чисто. Смотрите, бежит. Бежит. Прикиньте, сейчас если будет такая драка у нас тут с инвоком. Он, по идее, в круг пойдет. Нет, драки не будет, инвокер боится. Надо дэмэджа побольше, дядь. Хорошо.
по кругу. Бегаем по кругу за пацаном. Брат, у меня армлет есть. Ты что, какой левел? Левел 2. Хорошо, закинет на месте. Так, ну тут дело армлетинга. Хорошо. Хорошо. Сейчас инвокер еще санстрайк будет давать. Так, ну тут куру возьмем. Хорошо. Хилочек. Сапожочек надо еще. Хорошо, значит там инвок пришел, да? Погнали. Погнали. А-а-а! Ну мастер армлета из меня такой себе. Я, если честно, так и знал, что так и будет, что я буду чисто таким этим рафлянским ракушкой, чисто, чтобы можно было пофидить с этим армлетом, но это чисто искренние эмоции, что я сейчас просто буду бегать. Жалко, не хватает сейчас на сапог, если честно, это очень жалко. Ну, там, конечно, кринжовая ситуация. Кринжовая. Сапог нужен срочно, если бы сейчас не сдох, было бы очень круто. Было бы очень круто. Сейчас сапожочек сделаю. И сапогом прям можно будет подрабатывать. Давайте возьмем без хила, будем играть. Блин, это забавно, ребят. Это забавно. Хорошо. Не надо, дядя. Опа, хорошо. Давай, поехала. И поехала. Хорошо, хилочек. Побежали. Побежали, побежали, побежали. Братка, стой. Дай догоню. Но очень далеко он уже убежал. Но в принципе, я могу. Я же, у меня шармлет есть, ё-моё. Опа. Опа. Ой, жесть. Если честно, это забавно, но, блин, нужно сейчас купить еще фазы и сбегать фазами. И чисто, сейчас я так понафижу тут жестко с армлетом. Ну, мастер армлета, конечно, из меня на троечку, но... Ладно, будем менее агрессивно играть. Ребята в меня верят, как-никак, в команде. Так, давайте вот так сделаем, вот так вот. О, у меня, кстати, стрелы уже прокачаны. Давайте, пойдем. Пойдем, ребята. Пойдем. Инвокер там уже левел проапал. Оп, санстрайки. Итак, Рики СС. Подхилиться надо. Сейчас шестой апнем уже. Давайте чуть подфармим уже. Заруфлили. Заруфлили. Без хила, конечно, это ошибочка небольшая, потому что с хилом все-таки пушка. С остальной ловушка. Но армлет на такой минуте, это, конечно, очень круто. Можно было намного лучше отыграть, конечно, я не спорю. Но опять-таки посмотрим, как дальше пойдет. Давайте манго возьмем, хорошо. Без хила очень-очень плохо, на самом деле. Это получается, хил не взял. Немного проблематично. Так, инвокер стоит там, кастует. Давайте, погнали. У него санстрайка нету. Ну, тут я изи переармлечу. Тут самый дурачок даже не переармлетит. Так, ну и все, погнали наказывать по всей карте сейчас просто с армлетом. Пятая минута фазы еще дополнительно. Побежали просто. В нас верит моя команда, в меня верит моя команда, поэтому нужно, ребята, нужно душить овни. Сейчас хускаров всех по всей карте. Вначале очень много ошибок было, но сейчас мы это все переармлетим, как говорится, ребятки. Поэтому поехали, 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 поехали. Откидываешь меня? Опа, побежал к локу. Опа. Жесть. Ой, жестко. Но с инвокером будут проблемы тем, что он будет санстрайчить меня по-любому. Санстрайкить. Хорошо, так. Стики есть, дасты, ТПшка, хилочек. Все это нужно мне. Побежали на мид. В принципе, фражочки идут. Не так, конечно, круто, как я хотел, да? Ой, привет. Давно не видел эти лаги интернетные, но это, как говорится, классика. Давай-давай, братка. Иду-иду-иду. Хорош. Достевича туда же. Сейчас хилочек возьмем.
Что там, ЕС нанизу. Нормально. Пойдет. Так, ну и задача моей команды, это, конечно же, собирать строго армлеты, потому что у нас здесь именно армлет-катка. Армлет-катка. Поэтому сейчас в армлеты будем выходить. На восьмом хилочек сейчас возьмем и будем максить хил на фул. Хилочек нужно брать на четвертом, ребятки, не ошибайтесь. Я немножко ошибся, не знаю почему, сейчас на кураже. Я бы не умирал так часто, возможно, как сейчас умираю. И в целом игра была бы немножко так. Ну, если честно, Т-шку я зря, наверное, бью, потому что герои будут отходить отсюда. Герои будут отходить. Погнали. Вот так сделаем. Опа, хорошо. Хорошо. Страйк. Ай, чуть-чуть не достал. Чуть-чуть не достал. Хорошо. Санстрайк. Пойдет. 200 хп у нас еще имеется. Нормально, помогли Слардару. Сделаю вот так вот, вот так вот. Вот так, хорошо. Хилочек, можно Рошу. Можно пойти. Смело. Пойдем. Скоро? Интересная игра будет. Ага, скоро будет. Гоу. Шестой япну. Инвока сейчас ганганем, нормально будет. О, там еще кто-то ТП дал. Шишир. Шишир, да. Опа, инвокер стоит, втухает. Хорошо, переармлетил. Ушел. Ух, как. Жесть. Хорошо, хильнемся. Отлично. Это Рикимару там чисто бегает. Что-то Куру, если честно, я прогулял. Слардар апается там. Пусть апается. Я, наверное, пойду Рош сейчас заберу. Спокойненько так думаю. 180 вивертом с сапожкой. С сапожками. Спасибо за подписку. От души, ребят, кто подписывается, это офлайн подписки. Сейчас у нас идут, потому что вы смотрите, напоминаю, премьеру нового видео. Let's go. Ща-ща-ща. Рики тут. Ладно. Рики тут, как я и думал, поэтому не хотел юзать. Ща. Убьем. В центре обсерв ща принесем. Рики тут под ногами стоит, чекает. Чекает под ногами, стоит. Сто процентов. ВТФ Чакуру реюзают. Ну, пойдем в наглую. В наглую сейчас заберем, я думаю. Хорошо. Танчим, душим. Линочка. И побежим на мид. Делать грязь. Хорошо, хилочек еще берем. Инвокер на миду. Отлично. На такую штучку. Доминатор. Пешку заберу. Ребята тоже начинают делать армлеты. Прям на вставочку будем делать сейчас. На вставочку с армлетами. Так, маны нет, а хп нету. Ага, на топе. Ого, вот так вот сделаем. Отлично. Так, ребята тоже стики забрал таки. Открысеныша. Ну, стики в размен, в принципе, фрага, гоу. Ничего страшного. Стики в размен. А, так он еще и не умирает, прикиньте. Я еще думал армлет выложить, пойти взять. Хорошо, что не выложил армлет. Давайте гем сразу возьмем. Гем сразу возьмем.
Вылез на Рикимару таки. Давай, давай, Нокер, что ты там убегаешь? Ну, забрал стики у меня, но ничего страшного, это мелочи. Это мелочи. Это мелочи. Пойдем, пойдем. Короче, надо сейчас прям гнобить всю карту. Будем ходить в лоу хп, сейчас купим по армлету. В лоу хп будем ходить и пытаться армлетами играть. Это очень круто должно у нас получаться. Наверное, я не знаю, если честно. Как эта катка вообще будет происходить. Но пока что забавно. Забавно. Есть даггер у нас имеет уже там. Оп, хорош. Нарвался, пацан. Нарвался. Ой, жестко. Так, где-то тут еще ЕС должен быть. Но next я дагер куплю. Пойдем вот так вот Т-шку. Т-шку забирать. Но пока что забавно, рафляно реально получается, потому что сама идея, задумка, ну... Там, это чисто фан, ребят. Это не серьезная игра, напоминаю, это просто чтобы пофаниться. Напоминаю. Чисто фан. Хорошо. Чисто фан. Ух ты какой. Ух ты какие. Вот туда. Хорошо, армлет мастер. О! Ай, жесть. Вот это я, конечно, армлет мастер. Стой. Дай тебя заберу. Хорош. Рики, где ты, брат? Но моя ошибка, такой армлет, конечно. Я еще не разыгранный, это первая игра, ребят, поэтому как бы пофиг. Но на вставочку, между прочим. На вставочку. На вставочку, ребят. На вставочку. Пусть будет, пусть будет. Неразыгранная катка и так, в принципе, нормально получается. Давай вот так сделаю. Я бы такой бы вообще сейчас аркану какую-то бахнул, чтобы всю команду можно было подхиливать. У меня почти все в катке силачи. Пойдем туда. Даггер сделаем. Даггер сделаем. Егис потеряли. Герочек сделать бы. Ух, там драка идет. Армлет есть? Давай. Ой, такой же армлетер, как и я. Армлеты. Армлети. Лаги, 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 лаги. У меня тоже, кстати, подлагил, но это именно интернетный лаг был. Мастера армлета. Так, погнали на базу. Да герочек, хорошо. Опа, армлет не включил. Армлет не включил, братка. Блин, ну забавная игра. Все, хорошо, что не я только лажаю, а то выглядит, ну, наверное, в любом случае выглядит, что только я лажаю. Но видите, как тоже команда тоже лажает. Сейчас тут армлет будет, по идее, от Легиона. Там, а, орба. Ой, успел переключить, но нету, нету, нету. У меня телепорт пока что. Лего еще живой, молодец. Молодец, армлетит, ребятки. Армлет гейминг, поехала, поехала, ребятки. Делаем ТП сюда на Т2. Можете армлеты. Все с армлетами, ребята. Катка называется. А что если у всех армлет? Вот это интересно. Так, ну армлет подрубаем, чтобы хп поджечь немножко. Поехали. Баталова. Хорошо. Хорошо. Лока Транквилла тоже сейчас будет армлет. И там у нас у Магнуса тоже армлет. У всех по армлету. Гоу. Гоу душить. Самое интересное будет, это когда мы все там в лоу хп побежим, да? Армлетить. Он что, лагал что ли? Как будто, знаете, залагал, и мы забрали. Осуждаю максимально убивать в лагах, но он так стоит, что, типа, ну, клок мог также зацепить.
в дистанции, немного не вовремя. Блоу хп драку сейчас сделаем. Опа. Опа. А, вот она. Ой, с арбы умер, кстати, да? Да, с арбы умер, если бы не арба. Ну ладно, так, ну пошла драка армлетов. Я уже на скамейке запасных. Жесть. Арба убила. Так, ну тут переармлетит, думаю. Прикиньте, я там переармлетил бы, но арба забрала. Это очень обидно, прям. Прям очень обидно. Так, ну гем заберут, ребята. Блин, этот Тини просто забирает. Лагает клок. Лагает клок. Да так, ну гем забрали, это плохо. О, армлеты проиграли. Блин, ну самое главное, это забавно. Главное, забавность идет. А Тини, конечно, будет очень много. Я думаю, что так не ярко у меня опять это... Подсветка тормозит. Ну, ладно. Погнали. Дастики возьмем. Экран завис, говорит. Бывает, дядь. Хорошо. Опа, вот эта толпа тут, конечно. Заварушка. Мы будем драться. Хорошо. Ух ты. Хорошо. Сделаем. Ой, как хорошо. На вставочку. Еще ЕСа бы забрать. ЕСа бы забрать. Две вставочки уже есть. ЕС убежал просто. Гоу ЕСа до Талова. Дядька, иди сюда. Ой-ой-ой. Просто забрал меня налегке. Две тычки, но дэмэдж не живет, Хускар. Надо сделать что-то на этот. Ой-ой-ой, сейчас тут, брат, арба. Арба законтрит. Вот просто второй фраг на арбе. Как же это имбово. Вообще жесть. Арба тушит. Жесть. Гопа таверан. Давайте что-то прикупим либо на армор, либо сделаем стандартный дизарм. Мне кажется, дизарм хорошо зайдет. Потому что, я так смотрю, они почти оппоненты одеваются с этого рофла. Прям очень жестко одеваются на самом-то деле, потому что... Ну, фастовый дэмэдж там есть. Есть. Да, я нажался, не долетел. Не долетел бы. Ай, армлет, брат, давай, давай. Клэп. Клэпни, а то умрешь сейчас. Их, поздно, поздно. Так, гоу туда. И погнали. Рош есть. Хорошо. Ура с даггером. Жучки мешают. Да нет, жучки там нормальные. Ух ты, блин. Да дай жить, то ты шо? Влетел в меня. Блин, слардар на рош пошел. Эх. А сейчас можем начать сливать уже. Я что-то в троих прыгнул, на Тине прыгнул, с прокаста бьет. Жесть, но нас начинают наши армлеты выигрывать. Что там, слардар дерется. Уйди, го в пятером. А то так сольем еще. Жесть, конечно. Жестко. Решил слардар сам таки забрать. Осилит ли армлетом? Там ЕСа уже и Лотар. Тини с прокаста влетает, не дает армлетить. Очень много дэмэджа такого. Знаете, если бы там были какие-то такие персонажи, которые дают армлетить, было бы намного сочнее, конечно. Но это пап, тут ничего не сделать. Как есть, так есть. Ну раз, наверное, 10 я точно сдохну, судя по тому, как сейчас игра принимает оборот. Это, конечно, 100%. Я должен раз 5-10 умереть. Давайте купим тревел. Надо как-то, не знаю, аккуратнее сейчас что ли подплеивать, либо Тиника законтрить как-то сразу, потому что с прокаста влетает, тараканы накинуты, там очень тяжело жить на самом-то деле. Давайте вниз ТП дадим, зафармим здесь тараканов.
Хорошо. Желательно. Желательно ничего не покупаем. Еще Sunstrike постоянно в лоу хп не побегаешь. Ты постоянно на нервозе такой стоишь. Блин, там Sunstrike будет. Надо аккуратно туда-сюда. Туда-сюда. Еще там ЕС одевается по чуть. Гоу. Т2 им бы забрать бы. Опсы есть, нет. Жестко, конечно. Ребята, оппоненты камбэкнули. Ну, от наших ошибок я вначале много пофидил. Но забавно. Все равно забавно. Идея прикольная. Если прям вообще без ошибок, то... Конечно, очень крутой контент. Но как это без ошибок? Типа, это невозможно. И это невозможно. Арбу берешь? Как законтрить армлет? Возьми арбу, либо урну. Все. И ГГ. Хорошо. Сендри прям в тэшку. На! Хорошо, ребята там. Отлично. Ломаем спокойно. Совочку купим. Так, тут нету, да? Да, если ворвется, будет тяжеловато. Ух ты. А тут уже очень плохо. Ой, мне бы диспел дать. Жесть. Да уж. Я под тучку влетел и ГГ просто потерялся. Рики там еще. Жесть, просто я первый дохну, мне там инвокер дает ДПС, и все, я потерялся. Вай, этот армлетер. Трипл килл, но сейчас можно сделать на леге, наверное, ультру какой-нибудь, что-то легион. Странно побежал как-то. Да не пойдите, ББ. Он же сейчас просто даст пару кнопок и все. И не такое. Чё это? Ой, жесть. Что за кринж? Ладно. Я пофармлю. Парни, меня подсейвите хоть раз. Я поживу подольше. The Lego, если б там мне дал двойку, я б там... Выжил бы спокойно. Мне фул прокаста дали, я сыплюсь. Жесть просто. БКБ надо было делать. Нафиг дизарм. БКБ сделал бы. Жесть. Это, конечно, такое. Что там у нас получается? Эска, да? Ну, сейчас дофармим уже. Сейчас дофармим уже. Дофармливаем и пойдем подеремся. Жесть, там Тини на такой серьезке. Там гемчик, братка. Тини на такой серьезке, там на серьезных щах играет. Блин, если бы мы серьезно играли, тут, мне кажется, уже ГГВП чисто 15 минут. Катка была бы. Лишь играем с дополнительным челленги, почему нет? Ух, там драка пошла. Ну я иду, иду, я правда далековато. Но... Ой, хорош, хорош. Я иду, ребят. Я иду, парнишки. Хорошо. Рики еще тут. Там вивера цепляют. Давай, армлет геймер, брат. Погнали. Шаука. Го вот этих шаука убивать. Там Рики еще живой. Без хила, конечно, тяжеловато будет. Опа. С тучки главное выйти, все остальное получится. Нормально. Спад. Спад. Давай гем, дядь. Овов. Овов. Ой, бро, это что, овов. Забавно. Забавный тиник. Блин, ну это того стоит, в принципе, этот контент, это забавно. Что там, инвокер рез, да, уже? Хорошо. Ух ты. Ну, я далеко вот захожу. Опа. Сострайк будет, да? Ух, фул прокаст. Ну, надо драться.
Тараканов собьем. Там еще кто-то резнулся. Да, блин, как так? Гоу, на армлетах играть. Армлет гейминг, пошел. Ну-ну-ну. Он меня с одной тычки убьет, если не промах. А, помогай! Закатился с армлетом. Ой, бро, жесть. Закатился там что-то, армлет выключился. Ну и ес, блин, двойкой убивает просто. Но маны не хватает еще. Сейчас бы я бы ему дизарм дал. С двойкой просто. Жесть. Я ору, это жесть. Что за хрень? Так, ну у нас есть снова гем. ПКБшку сделать. На ману бы что-нибудь. Блин, как маны не хватает. Если у меня будет хороший монопул. Типа, почему бы соул, может, не попробовать? Соул рингом, да, забафался, побежал. Все равно бесконечный хп. Давайте соул сделаем хотя бы, ребят. Типа, ну, серьезно, маны не хватает. Я постоянно дизарм не могу кинуть. Тут дизарм бы кинул, ЕС бы ничего не ударил бы, да. То есть забрал бы спокойно. Давайте, давайте, давайте. Соул ринг возьмем. Пусть будет, ничего страшного. Соул нажали, там, побежали, переармлетили. То есть как-то, ну, как-то будем жить. Будем жить, пацаны. Так, ну у нас все с армлетами, это годно. 27-я минута страданий. Погнали. Жалко, только детекшн никакого не будет. Хорошо. Ох, отзонил меня. Блин, кого бить? Вот это проблема. Ну, таракана надо сбить сначала. Хорошо. Отлично, этот сгорит. Братка, живи. Армлеты наши все, дядь. В случае чего дам переармлетить. Хорошо. Вот так сделаем. Блин, забавно. Вот все, с соулом чисто и мана есть. И все, дизарм там не стал вешать уже. ХПшки достаточно было, в лоу хп закинул бы. Так, ну гоу, вот так вот сделаем. Почему нет? Пойдем, Тэшку. Пойдем. Ребятам сейчас тоже хилы понакидаем. Хорошо. Гиант идет. Гиант отошел. Рики тут тоже. О! Жесть. Забрали такие. Но работаем. Армлеты есть, ребята. Можно поесть. Ой, сейчас мне напихнут, а. Давай, дизарм дадим ему. Хорошо, этому ГГ. Этому тоже ГГ сейчас сделаем. Нормально. Блин, но это забавно. Это забавно, не знаю. 30 минут фана. Оно того стоило. Можно будет еще одну катку оформить, я думаю, почему нет. Давайте тут подхилим, пацана. 30 минут фана. Дядя, живые армлет! Жалко. Давай тут подхилим. Подхилю. Хорошо. Блин, ну... Реально. Прикольно. Я не думал, что такой фан будет эффект. Погнали. Погнали. Ух ты, полетели. Полетели. Ну ох, как наряю, наяриваю. О, погнали. Хорошо. О, Рик прилетел. Опа, поймал. Будет закидывать. Взорвался. Блин, забавно, горе. Но первая катка, мы, получается, подразмялись, ребятки. Сейчас сыграем еще одну. Если честно, забавно, максимально забавно, фаново. Сейчас сыграем еще одну катку. Надеюсь, она тоже будет такая же прикольная, динамичная. Рофильная, самое главное, чисто армлетеры. Постараемся в некстовой катке меньше как-то лажать. И, ну, посмотрим, во что это у нас выльется. Сможем ли мы как-то
улучшить наш результат. Какой РП? Доломали. Погнали некстовую и сейчас попробуем улучшить наши результаты. Ну, было прикольно, честно. Ну что, ребята, вторая игра у нас уже начинается. И сейчас будем пробовать делать нереальную грязь. Наконец-таки второй у нас гейм. И сразу, ребята, сейчас должны прорандомить и посмотрим. О, жесть, прикиньте. У чела сейчас будет просто 100% быстрый доступ до нас. Так, ребята, прорандомили. Хускар не выпал. И ТПшки пацаны дропают уже. Хорошо, у кого-то, короче, два ТП. У кого-то один, у кого-то три. Так, ну ладно. Хорошо. 100 золота не хватает, 100 не хватает. 100 не хватает. И сейчас в целом... Го МБ. Кто-то на базе останется. Я куплю рецепт. И гоу. Леорик пишет, что он умрет. Хорошо. Так, ну в принципе... Спасибо за подписку. Не забывайте, ребятки, подписочку оформить, поддержать контент. Поддержать контент уже. Настроение должно быть новогоднее. Сейчас уже примерно 20 число. Потому что я пишу наперед. Но, к сожалению, нету новогоднего оформления. Но, надеюсь, настроение у вас уже новогоднее. Следующее видео уже точно будет с новогодним оформлением. Поэтому, ребята, приятного всем. Всех с наступающим. Как говорится. И начинаем. Что там, снайпер шрапнель? Ну, в принципе, опять, смотри, некро. Взяли, не дадут армлетить некролайта. Некролайта тяжело будет. Ну да ладно, справимся, думаю. Жесть, как-то почему-то остается 25 золота. Почему 25 осталось? Почему у Язера 25 золота? Почему 25 золота? Вот это непонятно, как так рандомит. СТР писал. СТР, рандом СТР написал, и еще 25 золота остается. Весьма странновато. Еще 25 золота остается на то, чтобы решить что-то. Не суть, короче, ребята. Катка, напоминаю, у нас армлет, все с армлетами. Будет интересно, надеюсь. И у меня, смотрите, какой имбовый затар. А если, кстати, можно было, если бы он вкачал двойку, да, то можно было, мне кажется. Так, ну я очень жирный. Ай, тиника, дядь. Тиника. Хорошо. ПБшечку. Хорошо, и монеточку. И монетку, и ФБшку. И отойти, еще выжить надо. Ой, как на характере просто. Как на характере. Хорошо. Есть, и кура летит уже. Кура летит, сейчас уже будет армлет. Это хорошо, снайпер на миду. Сейчас мы сразу, наверное, мы хило... Нет, не хил, мы тройку качаем и четко переиграем его в наглую. Давайте попробуем его подзабайтить на тот момент, когда, типа, я с ним дерусь на лоу хп, прилетает курьер, и я такой, хоба, армлет включаю, да? Типа, рядом уже кура, да? Хорошо. Опа, дядь. О, тут еще и бара. Ну ладно, пошел армлет гейминг. Хорошо. Хорошо. Там 200 маны еще. Хорошо. Вот оно, то, что я хотел. Хорошо. Хорошо, вот оно, та самая игра доту, которую я и хотел. По гайдам разнес пацанов, сейчас у меня пойдет очень быстрый буст и... Let's go. Так, главное откатиться, страйк, армлет. Он такой, армлет? Опа, дядь, погнали. И под тэшкой еще, сейчас бара опять прибежит. Чисто гриди сгут. Забавно, ну... Улучшаем тайминги, ребятки. Опа, смотри, бара еще туда же. Бара еще туда же. Хорошо. Санстрайк. Хорошо, ну бара по КД бежит. Чисто аккуратно армлетом подрабатываем. Сейчас будут фазы уже. Фазы. Ну вот уже получше, да? Уже получше, покрасивее. Бара опять побежал на меня. Опять побежал на меня. Так, нужно вот так, вот так, вот так. Вот, хорошо. Будет подбегать, просто кидаем себе хилочек. Ребятам на топе тяжело. Нет, отменил таки чарж. Пойдем на топ сходим. Прикольная монетка так в паутине. О, паутина исчезла. Парень переюзал. Хорошо. Погнали немножко поармлетим. Опа, некр идет, да, по-моему?
Мне кардио, сейчас забирать будем, фазы будут. Хорошо. Затар такой убивашкин. На начальной стадии, прям жесть. Очень лютый. Фазы армлет, это... Очень круто выглядит. Пара тут. Вот это вот туда. Хорошо. Хорошо. Побежали под тэшку. И прям меня подкинул. И прям меня. Вот невозможно в воздухе переармлетить. Опять. Тоси невозможно армлетить. Блин, это так напряжно, это жесть. Давайте урну купим. Блин, я же еще вроде так в крипов побежать успел. Ну ладно, не повезло немножко, ребят. Рак, получается. 6-й левел апнем сейчас еще. Пойдем ребятам помогать. Хорошо, let's go. Ребятам помогать. Тут есть. Тут есть. Хорошо. Сейчас сделаем для ребят просто этот. Для ребят спейса немножко. Давайте, в принципе, маску сделаем. Маску сделаем. О, еще и этот руна есть. Отлично. Маску я брошу сейчас. Прошу, пойду. Хорош. Санстрайк. Задушил. Он, наверное, подумает, что я какой-то читер чисто. Ой, жестко. Гоу, Рошана. Гоу, Рошана. Сейчас заберем 4-я минута, Рошана еще. Жесть, один из фрагов на 4-й минуте, это на самом деле жестковато. Так, инвиз, но не очень. Инвиз не очень. Ничего, будем бить сейчас. Хорошо, в два чисто этих, в два хила. Хорошо. Я потанчу. В два хила, по идее, норм. Не перебьет, в два хила, получается, у нас тут есть аура. Хорошо. Переармлетим чуть-чуть. Вот Крис, а. Хорошо. Что происходит? 5-я минута, Рошан. Слушайте, ну тайминги тут овер лютые, конечно. Погнали дальше. Погнали дальше. Инвокер в миду. Чисто вокер еще в миду. Давайте вокера. 3-й левел вокер, я 7-й. Да, это жестко. Ребята, попробуйте с своими друзьями. Со своими друзьями попробуйте эту комбинацию через покупку фастового армлета, если у вас есть какой-то друг, который, в принципе, относительно неплохо армлетит. Но примерно... так же плохо, как и я. Это, в принципе, должно хватать, чтобы выигрывать катки. Это забавно, почему нет? Это забавно, парни. Возьмем дагер, ТП-шечку сейчас и начнем нагнетать еще сильнее. Сибара на меня бежит, хилочек сразу, и прям под тэшкой деремся. Ничего не страшно мне. Прям ничего не страшно. Но эта катка немного поудачнее. В плане контента. Сейчас на топ пойдем. Куру только жду. Давайте еще одну куру купим. Что нам, в принципе, не мешает. Еще одну куру купить. Опять инвокер, опять тиника и некролайт еще туда же добавили. Немножко тяжело будет, на самом деле, армлетить. Там 6-й левел уже в некро. Так, ну ломаем. По чуть. Хорошо, две куры. Да нужен курьер, ребятки. Оу. Побьем. Курьер нужен просто. Просто, неплохо, погнали. Некро хочу убить первым. Потому что очень много грязи сделает, но ультовать него нельзя. Угу. Ну, рипера дает. Хорошо. Так, а Баратрум куда делся, интересно? А, Баратрум побежал, но сейчас пойдем помогать.
Хорошо. Хорошо, идем помогать ребятам. Так, Тиник там. Хила нету, дядь. Хорошо. Опа. Это кто там? Инвошкер. Страйки. Инвиз. Не забайтится, наверное. Ладно, ничего страшного. Так, ну хилочек сейчас будет. Мы сейчас немножко побалуемся, наверное. Нету Уокера? Ага, тут. И от Криса. От Криса. Так, соул сделаем. Соул сделаем. Погнали. Сейчас левелочек еще подапаем. Хорошо. Хорошо. Так, ну и ждем. Soul Ring и погнали дальше душить. Душим. В принципе, получается даже забавнее, чем я думал. Забавнее. Так, соул есть, соулом будем двигаться. Пусть будет, ребята, чё нет? Мана, она так, знаете, кончается очень жестко. Забери. Я с соулом. Тиника сейчас прыгнем, Тиника с прокаста надо убить. Блин, там некор опять. Некор. Ну, го, вот так сделаем. Душим вот этого пацана. Хорошо. Так, ну по идее не умираю, тычку еще живу. Эй, да как так? Крип вообще захейтил. Еще и санстрайка туда. Ой, боже. Ну что там постоянно что-то идет не так. Вроде четенько там переармлетить, но нифига. Но нифига. Но нифига. Фига ты так прешь, как будто у тебя армлет есть. Сейчас тебя задпсят там, дядь. Армлет! Был же армлет, так легко выглядело все. Что за фигня? Почему? А, лагает. Ну что-то, кстати, я заметил, в последнее время в айкапе очень серьезные проблемы с лагами, постоянно подлагивает. Вообще жесть. Ну, бывает, ничего страшного. Так, по артефактам, конечно, в этой катке, по-моему, идет поленивее, чем в прошлой. По фрагам повеселее, по армлетингу плюс-минус также плохо. Что-то какие-то моменты, знаете, там что-то не очень. Какие-то не очень моменты. Что, думаешь, кто-то есть? Никого нету, дядь. Пушим. Внизу что-то суета какая-то. Ой, свинюку душа. Там буэм. Ой-ой-ой. Вот это четенько, кстати, не даст армлететь. Так, что лучше будет тут собрать? Сейчас мы что-то придумаем. По билдам. В принципе, стандарт. Можно какой-нибудь сатаник даже бахнуть. Давайте не одинаковые билды сделаем. Купим какой-то сатаник, может, чтобы можно было. Стрик, наверное. Пойдем в мид. Под фарм. Так, первая кура висит, да? Хорошо. Хорошо. Хилки скинули. Ой, жесть. Хорошо. Хорошо, левел апаем по чуть. Там могут очень жестко комбинить. Бара плюс инвокер. Это мне совсем не нравится. Тем, что реально очень будет сложновато с ними так. Хорош. Душим. Можем дальше, в принципе, я так думаю. Ну, в инвиз зашел. Ну, нету даста. Тоже БМ. Хорошо, армлеты, пошли. Некро туда же сейчас. Некро туда же. Оп, санстрайк только надо будет бояться. Хорошо. Так, вот эти колдснапы, дядь, вообще не в тему. Не, он не даст фармлетить же. Не даст фармлетить. Хилку размаксили, хорошо. Не, из-за некро, короче, тяжело будет фармлетить. Из-за некро именно. Так, у нас там у бруды почти есть армлет тоже.
Сейчас вот тут подхилим братульца. Я мог успеть переключить. Знаете, на что я смотрел? БМ Утини. Сразу не выключить. И, короче, не успел отловить тайминг. Не успел. Жесть. Ну, такое. Не успел отловить. Не успел отловить тот момент, когда Тини умер. И тычка уже летела, немножко реакция подвела. Ну ладно. Это жесть, вот армлетеры, отвечаю. Армлетеры можно назвать этот контент, потому что армлетим вообще нереально люто. Так, но тут тоже умрет Леорик. Есть. Vengeance форсунчик, гоу. Хорошо. Поехали. Вот этот бэмер. Хрен выключишь, хрен включишь. Есть. Этот некр, это, конечно, заноза в жопе. Рили. Некра надо. Некр не дает вообще армлетить. Вообще не дает. То есть, ну там ребята, да, немножко поумнее, чем в прошлой катке. Немножко поумнее. Ну, возможно, может кто-то из подписчиков зафоловился, типа, да, подруинить контент. Такие крысы тоже есть, на самом деле, их много. Пойдем сюда. БКБшку некстом сделаю, не буду париться. Просто БКБшку. А кто там у нас? Сатир. Пойдем. Диспелить его. Ух ты, побежал, блин. Побежал. Так, санстрайки будут еще. Фармим пока. Надо ждать Рошана. Сейчас БКБшку сделать в тупую. БКБшку в тупую. Чтобы можно было в БМ спокойно прыгнуть и спокойно раздамаживать, я сделаю себе БКБху сходу прям. Вот сейчас прям нужно сделать БКБ. Потому что будет потом проблематичнее. Ребята купили по блейдмейлу, это немного будет затруднять армлетинг. Плюс еще, ну, некр, под некром все равно, хоть в БКБ, хоть не в БКБ, не получится переармлетить. Вот, как бы немножко будет тяжеловато. Так, хилочек в 4. Вот так здесь сделаем. Немножко побыстрее, чтобы ускорить процесс. Ребята пошли драться, но я тут стою фармлю. Левел чуть-чуть апаю. Погнали к пацанам. Мне кажется, они сейчас перебивать будут спокойно. Не дадут армлетить. Там очень много ДПС. Ребята уже там в лоу ХП. Это плохо. Сразу БМ туда. Тут тоже БМ будет сейчас. Жесть. Везде БМ и не могу. Жесть. И сейчас тоже армлет выключил. Не думал, что бара пробьет. Уже пробивают. БКБ чуть. И деремся. Пофармите, парни. Надо пофармить немного. Там оппоненты такие. По БМу сразу сделали армлет и контрят. Уже тяжело. Некр проблема нереальная. Просто потому что это просто хердстопер. Это БМ и все. Даже я его сейчас не могу убить. Бара там жесть, у него 59 урона. Я соло не могу его убить. В принципе, соло я, мне кажется, уже никого не убиваю. А, так еще снайпер буста дал, пацаны. Поэтому арты пошли. Вот оно, чем прикол. Еще снайпер буста дает тем, что он ливнул. Да, и там по БМу сделали, чтобы все такое против армлетинга. Чтобы все вот это не давало никак жить. Выразимся так. Опрапаемся, БКБшка чуть-чуть, ребят, и погнали. Все получится. Катка легкая, фановая должна быть. Все получится. Сейчас чуть-чуть подфармим, БКБшка будет. Я сразу буду прыгать, сливать некролайта. Потом баратрума. И так вот, чисто. Аккуратненько. Но ультовать тут ни в кого нельзя. Меня душат тут. Дай жить.
Так и не вышел. Жесть, так и не вышел со стана. Блин, мне бы Аегу. Стою на топе, фармлю. Жесть. Это печально. Контрят, пацаны. Бара еще стоял, ждал. Тини был рядом. Ребята решили забрать. Вот крысят, а. Крысят. ДДшечка лежит. 7 секунд. 7 секунд и полетим. О, как фаершторма нету, дядь, ты че? Без фаершторма это же бред. Уже. Наносит дамагу. Процентовку. Пойдем. Так, есть кнопка, можно попытаться. Гоу, некр такие, без хп, можно будет спокойно прыгнуть, забрать. Только не надо будет ультить него. Хорошо, БМ нажал. Вот так сделаем. Хорошо, этот сгорел. Оп, армлет, дядь, не забывай, у меня еще есть армлет. У нас тут у всех армлеты. Ой, бро. Держи хилку. Так, это БКБ. Да там бегает, бара бегает. Пойдем мид. Снайпера выводят зачем-то. Бара, так понимаю, побежит, но чуть позже. Хорошо. Погнали так ковырять. Не хочу Егу просто так отдавать, поэтому давайте немножко переждем. Переждем. Так, сделаем. Дал-дал, ушел. Надо в пятером. СМБ. СМБ. БКБшка есть, просто в некро прыгну. Некро. Г по низу. Хорошо. БКБшка есть. Блин, оппоненты тут такие более заряженные. Понасобирали все против армлета. Немножко тяжеловато. И будем действовать сейчас. Так, ребята там дерутся, да? Хорошо, гоу. Некро сразу прыгну. БКБшка. Хорошо. Отлично. Так, этот никуда не денется уже. Да ты чё? Да ты чё? Да со стана выйти не могу. Вообще не смог выйти со стана. Жесть. Опа, это кто такой? Это кто такой? Друг, у меня армлет. Не убьешь. Это забавно. Сейчас кому-нибудь хилочек накину, парни. Себе, например. Хорошо. Оп, есть. Жесть. Чисто в лоу хп на хайграундах. Давайте, пацаны, мы можем. Мы можем. Пойдет. Поехала. Заварушка. Вот в БКБ вообще ничего не страшно. Хоть есть там что-то, там нету. Там вообще все равно. Камон. Опа. Опа.
Опа, опа, как я. Ой-ой-ой. Пацани, помогите. Давай-давай. Я чисто в БМ хреначить буду, мне все равно. Ой, там еще есть санстрайк. Все, пошел файт, лоу хп. Хорошо. Хорошо. Хорошо, брудей хила закидываем. Ну и опять 22 минуты армлеты просто душат. Ставочка будет. Была же уже. Пойдем туда. Хорошо. Я хил, да? Хил кину. Ой, жесть. Так было задумано, пишет. Окей, хорошо. Блин, забавно все равно получается. Фраги сыпятся. БКБ-ха помогает нереально. Давайте сату еще купим, наверное. Сатаник. Николай. Ольга, Ольга, Николай. Ну, типа, Алга Казахстан, да, типа? Вперед, эй, пацаны. Уралан. Да, жестко, конечно. Блин, ну забавно. Мне нравится. Я, если честно, не ожидал, что будет настолько фаново. Но это фаново. Это фан. Там еще кто-то момчик купил, жесть. Хорошо. Тинику подарите даггер. Тинику надо абонемент в каточке Хинозес подарить. Опа. Фуловый засатанился чисто. Ну погнали там до Талова. Вообще до Талова, пацаны. Хорошо. Кидать не надо, дядь. Хорошо, погнала, погнала. Хилочек на лицо и побежали. Сатаника нету. Под метеором плохо. Не пармлетить. Не буду бить его, потому что сейчас... Возможно, что-то пойдет не так. Хорошо, вот так-то лучше. И забашил. Нормально, там лоу хп пооставались, пацаны, подзабрали. Слушайте, ну, забавно на самом деле, реально забавно. Вся команда с армлетами. Ребята еще как-то огрызаются. Еще огрызаются. Души вон нафиг. Души. Так, мне нужно в кого-то ультануть. Так, ульта КД. Пойдет. GG. Блин, ну на самом деле, ребята, прикольно получилось. Я думаю, заслуженно на хотя бы несколько, там, 300, 400, 500 лайков хотя бы, в принципе, заслуженно. Контент получился забавный. Конечно, можно армлетить намного круче, это безусловно. Но в целом, как получилось, так получилось, ребята. Каточки, в принципе, веселые. Веселые. Самое главное, это веселье, которое мы получили с этих игр. И давайте заканчивать, в принципе. Подписывайтесь на канал в ютубе Xenozes. Вот так напишем. И все, и будем заканчивать. В принципе, прикольно, мне понравилось. Мне понравилось, очень даже. Хоть и катки такие быстренькие, но в целом постоянно, постоянно был такой вот, такая суета. Погнали. Хорошо, let's go. Душить, душить. И снайпер, просто стоишь, руки с клавиатуры убираешь, погнала. Хорошо. Пойдет. Бара. Бара будет, конечно, сейчас душить. О, все, не успел. Переармлечим. Хорош. Под колодцем давай армлетить. GG. Ну что ж, ребятки, вот такой вот у нас получился фановый контент. У нас, в принципе, что-то получилось в этой игре. Чисто по рофлу залетели, сыграли всей командой с армлетами. И, в принципе, мне кажется, получилось очень даже забавно, ребятки. Ну, с вас добрые комментарии, конечно же, мнение по поводу этих игр. И какая игра вам понравилась больше, первая или вторая, в принципе. Ну и на этом, друзья, все. Спасибо моим подписчикам, которые зашли со мной сыграть с армлетами. Получилось, в принципе, неплохо. Ну и вам спасибо за то, что посмотрели и подписались, ребятки. Подписался точно?
А это, смотри, ты не подписался. Не подписан, да, по-любому. Ребятки, топим на 100к. Всем спасибо за просмотр. С вами был Ксаназис и до скорого. GG.